об оказании психологической помощи людям, переболевшим коронавирусом и пострадавшим от последствий COVID-19. Сегодня говорили на прямой линии в республиканской общественной приемной главы Коми. Обратившихся с этими проблемами в регионе становится все больше, отмечают специалисты. Обращаются как те пациенты, которые не болели коронавирусной инфекцией, у которых есть чувство тревоги, страха, бессонница. Они переживают, что вот они могут заразиться, они переживают за здоровье родственников, за свою собственную жизнь, за свое собственное здоровье. Так и пациенты, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. У них тоже самые разнообразные симптомы. И тревожно-депрессивное расстройство, и фобические расстройства, и нарушение ночного сна, клиническая симптоматика, слабость, вялость, вот, вегетативные проявления, самые различные. В Коми республиканской психиатрической больнице оказывается любой специализированный вид помощи. Но самое главное, по словам врачей, желание самих пациентов справиться с этой ситуацией. Необходимо сначала понять, что эта ситуация не будет навсегда. Это последствия болезни. При выписке из стационара, ковид такая штука, что при выписке из стационара ты еще не здоров. Вас отправляют еще долечиваться амбулаторно. Это иногда 2-3 месяца, а то и больше, в зависимости от разных хронических заболеваний, которые обострились на фоне заболевания. Поэтому, конечно, страшно, что вдруг я не буду таким же успешным в работе, вдруг я потеряю работу. Эти все страхи усугубляются наедине. Консультации специалистов можно получить и по телефонам доверия. Помощь оказывается круглосуточно, бесплатно и анонимно. Последствия ковида длятся у всех по-разному. Психологи советуют набраться терпения, не перерабатывать, больше отдыхать и гулять, пользоваться практиками дыхания, заняться тем, что наполняет энергией и силой.